Доброго времени суток, это снова я, Артур. Но сегодня я не распаковочку буду показывать, а сегодня я расскажу о своих впечатлениях о пауэрбанке Colorway на 18 400 мА, Quick Charge 3.0. Вот, в принципе, зарядил я его один раз и попытался зарядить свой телефон один раз. Ну вот, какие замечания у меня есть. То есть не понравился мне этот гаджет. Это первый мой гаджет, который я возвращаю. Не понравился, я хочу его вернуть. Вот причины, по которым. Ну, то, что пломба была сорвана на нем, я уже показывал в своей распаковочке. Я-то думал, что... Ну, я, в общем-то, думал, что пломба сорвана была, потому что проверяли его. Ну, мало ли, что на самом деле. Оказывается, что, может быть, и не только проверяли. Ну, в общем. После первого же раза, как я только вытащил вот этот вот встроенный проводочек с микро-USB и хотел его вставить на место, вот я вставляю его теперь, видите, он как бы до конца не доходит, то есть он выпячивается, вот, вот его доталкиваешь туда, а он обратно, ну, короче, не садится полностью. Это первое. Далее, вот несколько раз всего поделал и уже, видите, болтается туда-сюда. Люфт какой. Ну, это сколько я раз его включал? Пару-тройку раз. Ну, горит хорошо, свет хороший. Но толку. С фонариком более-менее нормальная тема. Фонарик светит то, что надо, хорошо. Значит, очень неудобно. Вот выключается сам пауэрбанк. Надо нажать два раза, но только промежуток выдержать. Вот. Так, чтобы при этом два раза фонарик не включился, потому что фонарик включается тоже два раза. Только чтобы выключить фонарик, нужно быстрее нажать, а чтобы выключить это... О, видите, и это выключилось, и фонарик зажегся. Ну, короче. Зарядка происходит только 2 ампера. Quick Charge 3.0 не происходит зарядка. Значит, мой смартфон с любого из этих USB выходов заряжался 10 часов, а у меня 3500 мА батарея, аккумулятор. Вот. И съела вот половина. Видите? Две штуки горели. То есть, в принципе, он заряжался столько же, сколько должны были заряжаться три моих таких смартфона по 3000. Съел. И съел столько же по времени. Ну, и 10 часов, извините меня, 3500 ампер. Это... Может быть, это брак. Но я решил отказаться. Мне сказали просто ребята, что фирма Colorway, это украинская, я им звонил. На самом деле, вот, с этим я не пробовал. Ну, пробовал, он заряжает, но по времени у меня уже не было. 14 дней гарантии, мне уже сроки подпирают. Я не хочу иметь вещь, которую я недоволен и не устраивает меня по качеству. Ну, а так, в принципе, он остался таким же симпатичным, таким же интересным. Да, кстати, провод с ним шел, когда я звонил, значит, в Colorway фирму. Мне эксперт сказал, что вы сразу поменяйте провод, потому что тот провод, что в комплекте, он неудачный. Так что смените провод. Ну, я, конечно, изначально менял провода, потому что он короткий и мне не подходил. Поэтому я с разных проводов пробовал, поэтому
В этом не может быть проблема. Но то, что мне люди сказали, что они кладут заранее уже, они знают о проблеме с проводами и кладут заранее уже, зная, что дефективный провод, кладут его в комплект. У меня, извините, по-моему, это просто неуважение покупателю. Ну, вот так, в принципе, вроде все. Что могу еще сказать? Вот. Попробую взять другой пауэрбанк. Менять даже не хочу, потому что... Ну, потому что я разочарован. Жаль, конечно, что... Хотелось бы поддержать отечественного украинского производителя, но, как мы видим, поддерживать нечего. Так что, к сожалению, мне очень понравился этот пауэрбанк со своими всеми. То есть задумка хорошая, но, увы. Все, паковываю его обратно и несу отправлять новую почту в розетку. Подписывайтесь на канал. Буду и дальше рассказывать о новых своих гаджетах и о каких-то, скажем так, проблемных устройствах. Как-то так. Всего доброго. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Да, Ева?